сегодня мы наконец-то находимся на Игромире 2014. Правда, в этот раз это не только Игромир, но еще и Комикон и даже Кри. Просто глупый акт вандализма. Среднее время изготовления одного корабля составляет около 2,5 месяца. Но это долго, но оно того стоит. Мира, джойстик и шутер. Несовместимые вещи. Аккаунт в душе не завел. По хардкору, на слоне туда вваливаешься и в открытую всех перестреливаешь. На Игромире я часто сливалась. Бодрость! Это все действительно смотрится неплохо.